Пошла, родимая. Тащи. Тащи. Вот она. Ну, судя по... Как закоксовалась земля, там патронов нет. Ну, хотя кто его знает. Тащи, ее не выбьешь держать. Да не, он трескаться стал. Трескаться, видишь. Ух ты, какая хорошая. А под шлем-то на месте. Стой, головы, стой, стой. Нет, головы нет. Под шлем на месте. А каска хорошо сохранилась. Крепкая. Но это она сгнила. Она не ударена. Она просто сгнила. Ну, доверка. А что это? Ах ты. Затвор. Мы находили крышку. А теперь показался и сам затвор. Разобрали. Так его. СВТ где? Где-то, где-то тут. СВТ? Да. Да. Стволом сюда. Стволом сюда. Ну что ж, достанем. Приклад от трехлинейки еще. Дерево, ну по крайней мере сам приклад, да, дерево, вот тыльник. Трехлинейка, если нет, мы не знаем. ПТРД лежит. А, вот так даже? Приклад показал. ПТРД лежит? Вот от него. Ах ты. Отбойник ключевой. ПТРД. А может ПТРС? Может ПТРС. Ну вряд ли. ПТРД скорее всего. СВТ. Ух ты, ах ты. Надо разрыть. Ну как это? Вот я уже... Давай тыльник. Так зачем ты его забрал? Я же его... показывал. Итак, итог у нас такой получается. Сегодня мы не успеем дорыть, но продолжим мы в следующую нашу экспедицию. Скорее всего, ну, приклад от трехлинейки точно лежит. СВТ там лежит точно в яме. И приклад показался от ПТРД или ПТРС, но, скорее всего, ПТРД. Потому что мы почему-то думаем, что события по 42-му году. Надо приехать и достать все это. В следующей серии, конечно. Так, мы готовы начинать. Серии. Сейчас будем скрывать ту яму, в которой предположительно сброс советского оружия. Но то, что из прошлого фильма, предположительно ПТРД, СВТ и трехлинейка. Пока земля замерзшая, попробуем найти еще сигналы. Ну и в это же время потихоньку начинать. Не знаю, видно ли там, вдалеке стоят ветки. На той яме. Сейчас пойду к ней, пока начну. А там будем все смотреть, показывать, как оно пойдет. Глаза боятся, руки делают. Вот эта зарытая яма, в углу которой, тогда ее вот здесь, вот на самом углу, показался приклад ПТРД, трехлинейки и ствол от СВТ. Сигнал вытягивает сюда, разрыли, подготовили, начинаем опускаться. Ну и пока попутно, конечно, продолжаем искать сигналы. Их, правда, больше нет, кроме вот одного. Флажочки стоят. Но не унываем. Вот там вот выше тогда был нами обнаружен ящик. К 50-миллиметровым советским минам. Правильной дорогой идем, товарищи. Потому как там пока в яме, конечно, еще ничего не прояснилось. Только что-то утыкается, лопата. Посмотрим сейчас позже. А здесь уже нами обнаружена нога противотанкового нашего ружья. Оббита. Давненько так. Но это еще нас утверждает мысль, что там как минимум не только приклад, а еще и вот нога. И от него же стреляные гильзы. Ну, плюс стреляная гильза от ППШ ТТ и наши патроны 7,62. Вот еще одна нога и что-то под ней. Что пока не ясно? Мушка трехи. Мушка трехи? Она со штыком одета. А, вот поэтому да, непонятны такие кольца. Ну, по-моему, за штыком. Может быть. Блин, потому что... Мы не ошиблись.
Трехлинейка тоже лежит. Не просто был приклад с тыльником. Так, и в итоге мы видим, да? Смотри, один штык со стволом. Один штык со стволом. ПТР. ПТР. Второй ствол со штыком. Второй ствол со штыком. И вот он. И еще один штык. Да. Ну, то есть, либо две трехлинейки со штыками, либо три трехлинейки со штыками. Они... Там же еще и СВТ где-то есть. Ну, да, где-то они с СВТ. То есть, вот так гамузом взяли. Угу. Я вижу, что нам маловато. Надо бушили делать. Не вытащим. Ну, у него недалеко, в принципе. Вот ноги пристегиваются уже. У него до конца немного. Но не достанем отсюда, надо разрывать. Разрываем. Мы же приехали рыть, значит будем разрывать. Туманы. Еще две каски. Одна каска вот перед нами. Лопата сейчас возле нее работает. И одна каска там уже засыпана землей где-то. Вторая каска. И вот здесь, где я сижу, тоже было две каски. Итого четыре каски. И в прошлый раз мы там их нашли, да? Штук семь. Брошено. Оружие, снаряжение. И расширяем в сторону, где ПТР уходит. Ручка проявилась для переноски к ПТР, да? Это ПТРД. Нога вот эта отломана. Да, наше противотанковое ружье. Трехлинейки, да? Бочком лежит. А, прицельная. Целит. Да. Непонятно, конечно, затвором он или без. Линейка. Планка прицельная. Ага. Каска. Ага. Стали появляться тыльники. В прошлый раз было трехлинейки один. Вот еще один. От СВТ. То есть СВТ там тоже с деревом. Кожаная накладка на щечку к противотанковому нашему ружью. Ну, а тут накручено, намучено. Я не пойму, что это такое. Это СВТ вот. То, что прошло. Ну, то СВТ, да. Вот. Это ПТР. Это ПТР. ПТРД. Вот магазин. Магазин это СВТ. Просто снаряженный. Стальными патронами. Что-то пролипло там. Угу. А вот это я не пойму, что. Не знаю. Вот раз. Не знаю, как, какая-то. А вон бывает. Рванье какое-то. Да надо копать, не тяни его. Каска. Ну, голов здесь нет, кости. Мы сколько прокопали, костей не было нигде, поэтому голов в касках тоже не будет. Это сброс. Сброс. Снаряжение и оружие.
Со второй попытки угадали. Как раз здесь, вот он, дульный тормоз и мушка. Вот здесь. Дульный тормоз расчищаем. И вот мушка. И вот он туда и идет. Одна каска хорошо прогнила, ручка ТРДшки. Вторая каска вроде как сохранилась, еще ничего. СВТ лежит понад стеночкой. Вот, стенка идет, и СВТ лежит понад ней. Решили расчистить, чтобы показать, как именно было сброшено наше оружие. Вот видите, дульный тормоз по ТРД, его мушка, рядом три штыка, они примкнуты к трехлинейкам, к самим винтовкам Мосина. Сейчас подчищаем туда. Вычистим еще и СВТ. Вот эта каска, которая виднеется, она очень... Помимо того, что сгнила, очень хорошо обработана осколками. Да. Вот у приклад отломанный был там. Ну да, приклад валялся отломанный. Вот это что, непонятно? Не ясно. Почему-то там присунут. Что это такое? Вниз пошла. Фигня такая. Надо подрасчистить, все равно будем доставать, потом посмотрим. Непонятно, вроде как, знаешь, как что похоже. Как будто это была такая штучка, как у немцев переноски для гильз снарядных. Только разорвана. Знаешь, вот трубки там, соединения, ну похоже, я не знаю. Что-то тут нету. В общем, понятно, что это. Ну это СВТ. Вот эта каска, она получше сохранилась. И вроде как не битая. Предположительно, противотанковое ружье без затвора. А нет. Нет? С затвором? Вроде с затвором. Уже говорят, предположительно, с затвором. В общем, не поймем, пока не узнаем. Вскрытие затвор покажет. Похоже, мы сообразили, что-то там, ну, покажи, телепается вот такое разорванное. Похоже, это от той катушки, которую мы нашли в прошлый раз, подсоветский кабель телефонный. Это, похоже, само основание, в которое эта катушка устанавливалась и вращалась. Очень похоже на это. Катушка была вот здесь. Ну, похоже, а вот от нее остальная часть вот здесь. И получится целиком бобина. Для нашего телефонного кабеля. Ну что же, приступаем к извлечению. Что там горит? Ничего не горит, мы просто паруем.
пар от нас идет. Видите, рассыпалось. Целая, с подшлемником. Как было, так и есть. Вот та нижняя обитая, потом ее извлечем, а эта целая. А ну-ка, кумпол ей. Посмотрим. Ну, хорошая каска, целая. Полностью комплектная каска была. Просто выбросил. Давай СВТ. Откинута прицельная. Сохранилась, конечно, классно. Магазин снят, а то видно был ее магазин. Ее магазин и ее затвор мы находили в прошлом фильме. Цепи разобрали, бросили. Разобрали. Может, штык где-то валяется. Может, еще. Ага. Ну, она, кстати, это неровная. Там он же шпатель. Да. Подгуляла. Немного. Ну ничего. Не она звезда этой ямы. Звезда этой ямы ПТРД. А вот и эта штука. С катушки. Да, с катушки это. Обрешетка. Куда она мастерит? Угу. Ну, две ручки. Угу. Вот ось. Да, да. С катушки. Связист. Мотал катушку. Как танкист. Так что мы дальше поднимаем. А по ТРД давай. Так сразу и в кадр не возьмешь. Без затвора. Без затвора? Да. Все-таки без затвора. Или вот ломанный. Вот здесь. Слышишь? Ты снимаешь? Да. Они... А нет. Ты... Затвор есть. Есть, он отбит. Он просто отбит. Рукоятка сбита. Сбита сама защелка. Ну, рукоятка. Да я их выкину. Да, его даже не знаю, как в кадр целиком брать. Оно не влазит. Длинная зараза. Давай его туда высуну. Там. Да ладно, нормально. Нет, его держать тоже не очень. Сейчас. И главное, штыки примкнуты, да? Да. Провод на них. Ну да, это точно от катушки. Так связывали, тащили, связали. Да, связали проводом. Хран печальный, конечно. Ну, какой есть. Давай следующую. Следующая. Вот и следующая. То же самое. Затвор? Да. Все приоткрытые. Шумпал. Тоже штык примкнут. И еще осталась у нас одна, да? Да. А, еще одна каска. Этот вообще выдвинул затвор. Mm-hmm.
Ударенькая, смотри. Ага, ударено. Ну, потому и... Штыки в землю. На голову упадет. Каска начнет. Куда там головы? Сброс. Не будет там никаких. Тоже она с подшлемником, но она битая. А, так это трехклепка, похоже. Угу. Да, трехклепка. США-39. Стальной шлем образца 39-го года. Интересно, сгнила в хлама, краска осталась. Ага. Ну, побитая она хорошо, смотри, как я посеку. Посеку крепко. Ну, это большая дырка сгнила, но и осколками побила ее хорошо. Выходной. Да. Вот выход. Вот выход. Надо еще подрыть поворот. Вот туда, куда лежал ствол ПТРД, там стена, такой подъем. А вот в сторону сюда поворот. Сейчас вот это все вычистим и подкопаем поворот. Принято решение прокопать до дна в том месте, где находилось оружие. И попробовать, покажи, где заворот. И вот поворачивает окоп. И подкопать туда немного. Посмотреть, может, что-то еще есть и там. Сейчас этим и займемся. Это оказалось не поворотом, а просто небольшой нишей. Небольшой такой отвод в окопе. Да. Ну вот и все. Буква Г. На этот раз закончили. Но сигналы в этом месте еще есть. Вот дерево растет, это сигнал. И вот флажки стоят, это сигналы. Это один сигнал. Их вскроем в следующей серии. На сегодня заканчиваем. Продолжение следует.